Итак, что же делать, если вы обнаружили впившегося клеща на вашей собаке? Для начала нам нужно смазать клеща маслом. Масло лучше взять машина, оно более вязкое и клещ задыхается быстрее, чем от подсолнечного. На моем опыте ни один клещ сам вылазить не захотел. Возможно, клещ в результате ослабит свою хватку. Чтобы избавиться от клеща, его нужно выкручивать против часовой стрелки. Вы спросите, почему выкручивать? Потому что есть мнение, что клещи не втыкают свою головку, как комары, а вкручиваются в кожу, как шуруп. Итак, для того, чтобы его удачно вытащить, можно использовать обычный пинцет. Еще можно попробовать вытащить клеща, накинув на него петельку из тонкой нитки. Ее обвязывают вокруг хоботка. Затянув петлю, клеща опять-таки надо не выдергивать, а плавно выкручивать. Делается все очень осторожно и медленно. Не забудьте, клеща нужно захватить максимально близко к поверхности кожи. На сегодняшний день довольно много специализированных устройств для извлечения клещей. По сути, это миниатюрные пластиковые гвоздодеры. Принцип практически у всех один. Неважно, чем вы будете вытаскивать клеща, ваша задача извлечь клеща целиком. Если же получилось так, что голова клеща осталась в ране, то нужно вытащить остатки головы и обработать тело собаки йодом или зеленкой. Все операции нужно проводить в перчатках, либо не брать клеща в руки, так как клещ переносит возбудители болезней, которые для человека могут быть смертельно опасными. Давить клеща не надо, потому что внутри него может быть инфекция, которая опасна для здоровья человека и животных. Выбрасывать также не советую, потому что клещ может укусить другое животное. Лучшим способом является сжечь клеща, таким образом вы избавитесь от него. Вот и все, вы избавились от клеща. Наблюдайте за своим любимцем в течение 3 недель. Если появятся первые симптомы пироплазмоза, такие как вялость, отказ от еды, высокая температура, не откладывайте это на потом. Срочно везите в ветеринарную клинику свою собаку.